Начинаем обработку кукурузы. Сняла я листики, сняла эти все усики вот эти вот. И просто ножом срезаю, видите, вот так вот. Если немножко срежется отсюда, ничего страшного, во время обработки они все поднимутся, сплывут. Вот у меня вся кукуруза, это вот последний початок. Сейчас дальше я покажу, что я буду делать. Кукурузу промыли, залили водой на 3-4 пальца выше уровня кукурузы. Холодной водой заливаем, ставим на плиту, на сильный огонь и доводим до кипения. Образовавшуюся вот эту белую пенку, мы ее всю снимаем. Все волосики, там все, что у нас осталось, оно все всплывет. И убавляем огонь, температуру. На самую-самую маленькую. Вот я на двоечку поставила. И ставим на час. Варим час на маленьком огне. Периодически пенку снимаем. Воду ничем не солим, не сахарим. Просто в простой воде кипятим целый час. Поставила я баночки с кукурузой стерилизовать. В общем, я слила весь рассол, добавила туда соль, сахар. Рецепт будет ниже под видео. И засыпала в стерилизованные банки, в мытые стерилизованные банки. Я все равно стерилизую этот кукурузу, но не полную. Видите, она свободна. Она должна свободно, так сказать, передвигаться в баночках. И залила почти до горлышка этим рассолом. Поставила в горячую воду, нагрела воду, чтобы горячие банки в холодную не ставить, чтобы не лопнули. Постелила на низ марлечку. И теперь поставила на большой огонь, на сильный нагрев. Как только закипит, я убавляю, и будет у меня ровно час стерилизоваться. Потом эти крышки я сниму. А закрою я, буду нагревать крышечки стерилизованными, уже прокипяченными крышками. И под закатку переворачиваем, как обычно. Накрываем чем-нибудь, чтобы в тепле, там, полотенчиком или чем-то, чтобы остывало медленно. И такой этот кукуруза может храниться до 2 лет. Очень хороший вариант. Сразу могу забыть написать ниже описание. На 1,5 литра, на 4 банки где-то 1,5 литра идет рассола. Туда добавляется 6 столовых ложек без горки соли и 2 столовые ложки без горки сахара. Такой вот рецепт. И все, больше ничего. Получилось у меня 5 баночек. Чистая кукуруза была уже без внутренности. Вот чисто вот такой вот кукуруза. Кило 250 или кило 300. Получилось у меня 5 баночек. Вы видите, что я баночки полностью не набивала. Интернет, конечно, они должны вот так вот свободно. Не надо их полностью набивать. Она должна, кукуруза, свободно вот так вот там болтыхаться. Этот рецепт, конечно, я нашла на просторах интернета. У кого, честно говоря, уже я не помню. Но вот такой хорошенький рецептик. Вот. Он у меня выписан был. Я постоянно делала такие. Очень хороший вариант. Без всяких уксусов, без всего. Так, и что хотела сказать. Крышками я, которые были на стерилизации, я их снимала, а закрывала уже чистыми, которые у меня были прокипяченными. Так что готовьте. Приятного вам аппетита. Пока-пока. С вами была Елена.